Я мамочку часто не слушал. Я плохо морковочку кушал. Я баиньки поздно ложился. И вот результат. Заблудился. Программа МК Ультра по формированию мозгов и такому фрагментации личности, она проводилась в рамках экспериментов, которые продолжили нацистские врачи, которых потом по программе Paperclip, то есть бумажная скрепка, переместили из оккупированной Германии в Соединенные Штаты, и эти же люди продолжили вот эти вот изуверские опыты уже над американскими, ничего не подозревающими гражданами. Там в Германии они экспериментировали над узниками концлагерей, а в Соединенных Штатах это были люди из неблагополучных семейств, алкоголики, наркоманы, пациенты психбольниц и разного рода люди, у которых не было возможности постоять за себя ни в каком плане, ни в юридическом, ни в других планах. Поэтому они продолжили свои опыты. И вот таких вот маньчжурских кандидатов, которых перепрограммировали, в том числе для нужд ЦРУ, для разного рода темных операций, в том числе вот запрограммировать на убийство. Эта программа всплыла в 1973 году в Конгрессе. Ее официально запретили, но, естественно, ЦРУ продолжило все это делать абсолютно тайно, как и делали до этого, только теперь это абсолютно ниже радара и нигде не упоминается. То есть тогда, в 1973 году, об этом говорили, и об этом говорили даже в Конгрессе США, было соответственное расследование. Канал ABC News даже в 1979 году выпустил очень серьезное журналистское расследование, которое я сейчас, кстати, опубликовал на своем канале в Boosty на русском языке. Оно, кстати, очень интересно показывает, чем занималась ЦРУ, как это связано с такими препаратами, как ЛСД, волшебные грибы, кстати, и прочие вещи, которые ЦРУ и другие спецслужбы употребляли для программирования разного рода маньчжурских кандидатов для своих целей. В том числе это было и военно-морская разведка, и химический корпус армии, которые использовали этих людей тоже для своих экспериментов, своих нужд. Держитесь подальше от моей головы. Рад был тебя видеть. Спасибо, что заглянул к нам. Было приятно.